В общем, всем здорово, дорогие друзья, всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами я, Шериф Маршал, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня такая нестандартная тема, вот. В общем, вышла Гренни вторая часть. Нет, я серьезно, это не кликбейт, это реально, хотите, скачайте в Play Market, посмотрите. И сегодня, как вы видите, уже наверняка заметили, что у меня не было интро. Так, графику пускай медиум оценить. На интро не было, потому что сегодня будет без монтажа видео. Потому что иначе... О, подожди. Чё за... О, Грандпа еще добавился. Кстати, надо один раз в эту игрушку поиграть тоже. Хотя ее в Play Market больше нет, ну ладно. Так, давайте практик. Даркер и Экстра Локс не будем ставить. Погнали. Сегодня, в общем, я сказал, что не будет без монтажа. Без монтажа абсолютно. Без монтажа, потому что, ну, не, память у меня заняла эту игру достаточно мнащика, ну ладно. Начинаем играть. День первый, все по стандарту. Так, мы просыпаемся в какой-то конуре. Странно. Окей, давайте посмотрим. Так, ага. Это я вперед хожу. Ага, сюда вот присядем. Так, давайте солнце чуть-чуть уберу. Что-то... я не понял. Вот тут музыку можно отключить. Так, ага, тут спрятаться можно. Тут также можно двигать камерой. Окей, давайте... Ага. Еще И господи. Не, я Сунсу уменьшу. Пускай вот такая вот будет какая-нибудь. Так, суки, это что? Это какая-то дурня. Вот. Друзья, я сразу говорю, мне ничего не надо. Не надо мне писать то, что я... Ой. Я не понял, что тут произошло, ну ладно. Я что-то там присел, что-то там сделал. Ладно, это что? Ё-ма... Не, в своем рассудке. Господи! Я ж запищал. Здрасте. Здравствуйте. Я, конечно, сегодня проходить не буду, потому что я впервые эту игрушку играю. Не понял. Ты дебил? Что-то управление тут какое-то дурацкое. Здрасте. Это что, сейф? Ну да, сейф. Кей нужен. Окей, давайте посмотрим на второй этаж. Давайте пусто. Security кей. Ага. А тут тоже можно прятаться под кроватью. Хотя от кого прятаться? Мы играем на практике, нам все по барабану. Что такое? Только развеселился, уже какую-то дроню нашел. Так, суки, давайте выйдем сюда. Тут нам... лом. Я английский знаю. Нет, на меня не подумайте. Так, не, ну секретный ключ мне еще где искать. Так, тут что? О! Открывай. Открывай, сказал. Я не понял. Там свеча зажигания какая-то. Ну, судя по первой части, свеча зажигания нужна для машины. Еще где-то машина есть, ничего себе. Но я что-то не помню, что там за баг такой произошел. Ну ладно, давайте попустим. О, вот security key. Пошли. Ага, тут у нас опять какая-то дроня. О, это что? А, давайте для начала просто. Тут какая-то кнопочка. Открой. Нифига себе. Я так могу переключать? Ну, окей. О, это что такое? Что-то у меня лагает.
На телефонах, может, лагает она, не знаю. О! О! Squirrel Drive. Не Squirrel Drive. Squirrel Drive это отвертка. Блин. Как там написано? Crowbar. Да, Crowbar. Так, тут что у нас? Ага. Тут у нас... Бот Кей. Ключ от лодки, что ли, какой-то? Я неправильно перевожу. Блин, русскую версию сделайте, да, сюда. Опа. Здрасте. Ага. О! Это что? Открой! 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 Открой нафиг, все. Молодец. А-а-а! Прикольно. Вот я у свечи зажигания. Не, ну все же, эта штука как-то должна же открываться, я не знаю. А, ну понятно, как она открывается. Такс. А, значит, тут еще картина надо ранить. Тут кусачки нужны, я уже сразу понял. Такс. Господи, страшилище. Лежи на полу, все. Кошмар, господи. У-у-у, пианино. Поиграть как-то можно? О. Падлок Кей. И зачем он мне нужен? Окей. Якобы он мне для чего-то нужен. Ну, сбежать, конечно же, вот для чего он мне нужен. Так, я где-то тут видел ящичек. Куда Crowbar нужен был. Так, открываем. О, сейф кей, да? Да-да-да, сейф кей. Я уже сразу увидел его золотой очертание, сразу понял, что это сейф кей. Потому что обычно ключ от сейфа такие вот бывают, какие-то вот необычные, потому что это сейф все-таки. Ага. Выкинь. И возьми. Ну как? О, там еще ящики были. Тик. Тик. И... Открой. Тик. Ага. Ну, короче, тут... я так понял, что-то делать надо. Ну, что делать? О, как прикольно, я сюда закинул. Так, стоп, давайте осматриваем все. Хватит долагать, да. Что с управлением в этой игре не так? Здесь пофиксят. В будущих обновлениях. Так, давайте. Открой. Ладно, молодец. Молодец. О, какой-то газолин. Да, газолин, как в первой версии, только с ручкой. С рученцией. Я картина снова, что ли? Издеваешься? А ну, открой. Молодец. Кто закрыл дверь? Это я? Не знаю. Давайте бросим тут. Пойдем возьмем вот эту штучку и посмотрим, для чего она нужна. Пинк, пинк, пинк. Берем. И наваливаем. Ой, это что? Ага. Наваливаем. Я что-то подобное в подвале так картину роняю, потому что меня она бесит почему-то, не знаю. Такое чувство, так сказать. Так, ладно, давайте. Так, о, вот я что-то насчет этого хотел подумать. Хватит лагать, надоел. Все. Да, блинский. Все, молодец. Ага, я что-то сделал. Давайте пойдем лом возьмем, потому что я помню, он еще для чего-то там нужен. Ну, по-любому он для чего-то там нужен. Так, берем лом. Блин. Хотя, может быть, с такими темпами я сейчас пойду к чему-то, а то я что-то тут делаю. О! Подождите, подождите, подождите. Не, ну вы серьезно, я тупо сейчас пройду. А. Мастерки. Door handle. Подлокей. А, точно. Так, подлокей, я знаю. Так, эти часы не, на меня не упадут, как вайс. Дурлок. Что за дурня? Ну, окей. Так, окей, давайте берем вот эту штуку. Иди сюда, молодец. Молодец. Здесь. И давай. Ну что, нам какая-то door handle только осталась, и все. Ну, окей. Давайте найдем эту door handle и, ну, да пройдем, да что тут нам остается. Так, ламяру возьми. Все. Пошли вот к этой дурне. Там Гренни что-то нарисовано. Здорово.
Здорово и до свидос. Окей, пошли дальше. Вот где-то вот тут вот я что-то видел. Да-да-да, вот скролл драйв какой-то. И что это? Вейпанкей. Подождите, есть у меня какие-то догадки? Давайте сначала пойдем наверх, вот я там не до конца все-таки посмотрел. Залезай, молодец. 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 И что? А, может тут сюда вот стрельнуть надо? Давайте погнали. Или стреляй. Вот эту дроню я не знаю зачем. Но Weapon K я всегда обожаю во всех играх. Потому что Weapon. В переводе с английского оружие. А вот такое вот оружие это где? Вот я не знаю. Простите. О, звук вас другой. Прикольно. Какая-то книга странная. Её что, можно взять? Слендерина, что ли? Что там что? Нифига себе. Спасибо. Трубаш! Что? А, вот Weapon K, да? Да-да-да. Закрыть нельзя? Нет. Шотган. Так, давай. Заезжай. О, сразу два можно. Ничего себе. Прикольно. Ну, погнали. Подождите, я не могу просто удержаться. Я хочу это сделать. На, все. Заодно и кнопку проверил. Окей, погнали. Погнали, так сказать. Так, давай, поднимайся. Молодец. Молодец. Теперь как-то нам надо прицелиться. Вот тут еще. Вот. Так, на. И что? Ну, договорил же, что нужно тут что-то. О, тут еще патроны есть. Ладно, пофигу. В принципе, нам убивать тут никого не надо. О. Подождите, там я какие-то что-то цепи видел, там какой-то ящик был. Блин, все, молодец. Поднимайтесь. Такс. Открываем. Открой. Еп. Я боюсь представить, что это там такое. Я просто... Так, и это что, дроню надо застрелить? Подождите, это что такое? Дурхендл! Все, погнали чуть-чуть, да, давай, проваливай из этого дома, да, нафиг, все, наигрался ты уже. Тут, а то. Все, давай, наваливаем, да, да, домой, да, давай, Жигули свои заводи там, не знаю. Короче, у меня веселуха какая-то происходит. Ну ладно, давайте сваливать. Что-то легкая какая-то игра получилась. Ну понятно, она только вышла. Ну что, и так легко свалили? Не верю. Опа. Ничего себе. Такие думают, это что за чебурек такой? Типа думают, а куда он делся? А я свалил чё, хотя бы от вас. Ничего не знаю, чего твое. Ну ладно. Блин, у меня тут рекламка. Отлично, спасибо за рекламку. Обожаю тебя просто. Ладно. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока, друзья. Увидимся в следующей серии. Жигули.